Сегодня на уроке мы рассмотрим снятие мерок для построения трусов. Для этого нам необходимо завязать горизонтальную ленту вокруг, эластичную ленту вокруг нашей линии талии и линии бедер. Определяем линию талии. Это самое узкое место нашей талии, нашего туловища. Да? Завязываем ленту, слегка ее натягивая, и она таким образом проваливается в самое узкое место. И линия бедер. Обязательно эти две линии должны быть горизонтальными. Линия бедер проходит по выступающим точкам бедер и ягодиц. Расстояние от линии талии до линии бедер называется у нас высота бока. Снимаем обхват талии. Лента проходит горизонтально полу по самому узкому месту талии. Мы ее замыкаем по боковому шву и смотрим, чтобы не было нигде у нас провисаний, натяжений и не подставляли бы эту ленту под узелки или под бантики, которые вы завязывали вашу эластичную ленту. И чтобы это была точная мерка. Обхват бедер проводим также по линии, по нашей ленте эластичной, по самым выступающим точкам бедер и ягодиц сбоку. Замыкаем ленту, не натягиваем ее. Записываем нашу мерку. Дальше мы снимаем высоту бедра. Высота бедра – это мерка от линии талии до линии бедер. Она у нас 19,5 см. Это мерка, если брать усредненно, от 18 до 21 см, в зависимости от роста. И от формы бедер тоже может зависеть. Грушеобразная форма бедер, да? Квадратная или треугольник фигуры, в зависимости от этого может изменяться наша высота бедер. Какую мерку нам еще необходимо снять? Эта мерка называется высота сидения. Ее принято снимать в положении сидя на стуле. Мы садимся с ровной спиной и от линии талии до стула, до поверхности стула, подставляем вот так вот сюда линейку, можно линейкой сантиметровой ленты, мы перпендикулярно снимаем стул нашу высоту сидения, мерку высоты сидения. Если вам никто в этом не может помочь, вы можете сами подойти к зеркалу и спереди точно так же горизонтально, то есть вы не огибаете ваше тело, не лезете в промежность, а от линии талии вы видите в зеркале, где у вас заканчивается промежность. Если вам удобно, вы можете себе подставить линейку или же так визуально и определяем высоту промежности. Высота промежности тоже будет зависеть от длины туловища, от роста и от того, где у вас естественная линия талии. То есть она может быть и 25 сантиметров, и 30 сантиметров. Это будет все индивидуально.